Крики, драки и слезоточивый газ – так решали судьбу гимназии в поселке Млина в Дивненской области. Чиновники хотят закрыть ее и объединить с обычной школой, но местные жители требуют сохранить учебное заведение. К чему в итоге пришли и какой ценой, знают наши корреспонденты. Млинов. Сегодня здесь сессия поселкового совета. Перед зданием родители учеников местной гимназии, учителя, небезразличные жители. Депутаты должны решить, закрывать ли гимназию. На месте много полицейских. В сессионный зал пропускают не всех. Я уполномоченный. Сессия начинается, но людей не пропускают. Якобы в зале не хватает места. Мы хотим защитить этот заклад, потому что там сейчас нам сделали кордон полиции. И сейчас будет голосоваться питання про практичное знищення этого навчального закладу. Вопросы реорганизации гимназии депутаты рассматривают первым. Чиновники уверяют, проект оптимизации назрел давно и не нарушает закон. Кожен із бажаючих міг внести до нього пропозиції, заперечення і доповнення. Офіційно ніяких заперечень доповнень до даного проекту не подано. Все это время активисты ждут на улице. Правоохранители на уговоры не реагируют. Появляются люди в камуфляжной форме, пытаются прорваться в зал. Полиция оказывает сопротивление, в ход идет слезоточивый газ. Поселковый голова к людям так и не вышел. Под крики «позор» проект ставят на голосование и принимают. Все это время на улице медики оказывают помощь тем, кто надышался газом. Мы до них адекватно говорили, мы им планочно говорили, мы им сказали... Мы ухватили три пустовых баллона и 200 тысяч рублей. Похоже, гимназию в Млинове все же закроют, а учеников переведут в соседнее село. Однако местные жители отступать не намерены. Люди заявили о готовности блокировать трассы и даже объявить голодовку. Полина Спасенко, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.